Нечистая сила у нас повсюду, однозначно. В челябинской психушке санитары подрались с пациентами из-за сигарет. Курить душевно больным нельзя, потому что у них бывает слабость к пожарам. Медик, обладающий даром убеждения, схватил нарушителя за шею и начал швырять по палате. Целитель больных душ, быстро теряя тапки, прошел апгрейд в бойца ММА и устроил файтинг психически нездоровыми людьми. Подкрепление из других санитаров подоспело вовремя, и больных раскидали по койкам. Сейчас СК разбирается со всей этой ситуацией. Надеюсь, кто же главный псих из всех, тоже разберутся.